Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы с вами продолжаем играть в симулятор пляжа, либо симулятор металлоискателя. И в прошлой серии я запустил голосование, что же лучше купить, крабика, либо бесконечный рюкзак. И с огромным отрывом победили ребята, которые выбрали бесконечный рюкзак. И сегодня, как и обещал, я это делаю, друзья. Так, заходим в бесконечный рюкзак и сразу же его с вами покупаем. 400 робоксов уходит у нас. И где рюкзак? Вот. Сейчас мы на него посмотрим. Ну-ка, ну-ка. Да, друзья, мы с вами купили. Окей, все. Рюкзак куплен. Почему-то он не поменялся у нас. Но здесь, да, бесконечный рюкзак. А этот у меня остался, друзья. Давайте мы сделаем эквип другой немножечко. Так, бэкпак. Такой я покупал. Овнет. Я такой покупал, друзья. Так. Так вот, рюкзак у меня за спиной. И смотрите, какие у меня есть питомцы. Давайте мы перейдем в другую зону с вами. Хотя нет, стой, друзья. Я насобирал 30 тысяч для этого. Для этого видео я собирал 30 тысяч вот этих песочных долларов, чтобы купить новенькое ситечко. Вот это вот, 4-звездное сито. Сифтатор 3000, друзья. Давайте покупаем его. 30 тысяч потратили. Вот, ну-ка. О! Во какое ситечко, прикольненько. Так, и значит, мы с вами можем отправиться куда? Правильно, вот сюда, на болото, друзья. Заходим сюда. И здесь у нас никто не копает. Кстати, посмотрите, какие у меня питомцы. Моя черепашка выросла. У нее появился хвостик, она стала большая. Смотрите, как огромная. Она максимальный уровень, 20-й, и у нее 5 звезд. Также у меня вырос красный краб, максимальный, тоже 20-й уровень и 5 звезд. И максимально у меня еще вырос электрический краб Харрисон. Вот тоже 5 звезд и 20 уровень. Остальные осталось буквально немножко. Этот 17, 18 и вот этот 19, друзья. Хорошие крабики. Мы с вами должны еще насобирать еще намного-много крабиков. И, кстати, как получить бесплатного краба? А очень просто, друзья. Нам нужно в этом месте вот выполнить все квесты. Я у этого чувачка выполнил все квесты, и он дал мне бесплатно вот такого снежного краба. Видите, уже квесты у него закончились. Я в первой и второй локации уже все квесты, друзья, выполнил. Давайте все-таки проверим наше ситочко, которое мы с вами купили только что за 30 тысяч. Теперь мне станет копать намного легче, потому что рюкзак у меня не будет забиваться. Давайте попытаемся. Металлоискатель найдет что-то здесь? Нашел. Ну-ка, давайте попробуем копнуть. Так, песок, в принципе, стоит здесь также. Интересно, что мы сможем выкопать? Ага, однозвездная. А опять однозвездная. Хм... В принципе, мы копаем то же самое. Возможно... Во! Что это у нас такое? А, кусачки мы выкапывали. Золотые кусачки были уже когда-то. Шарик. Но теперь я не переживаю. Если даже их хлам я выкапываю, то... О, акулий зуб. То рюкзак у меня не забьется. Видите, как быстро у меня забивался рюкзак? У меня было 15 мест, и я буквально за секунд 20-30 забивал рюкзак, друзья. Поэтому бесконечный рюкзак не очень сильно кстати. Спасибо, что вы именно этот выбор сделали. Я, кстати, думал, что будет крабик. Но рюкзак именно полезней. Так, батарейка. Все это мелочь. Дезодоранты. Боже, смотрите, как выкопали. Сколько всего. Грязный носок выкопали. Dirty sock. Так, что это у нас еще будет? И, кстати, с бесконечным рюкзаком, мне кажется, моя голова просто вырастет до неимоверных размеров. Так как мы песок-то не будем сдавать. Так, 13 мест мы уже забили. Можем посмотреть, что мы накопали. Хорошо, зубную щетку опять выкопали. Пускай будет. А крабики наши копают просто на ура. Черепашка, крабики, все-все стараются, друзья. Также, наверное, мы сегодня с вами купим еще новый металлоискатель. Нам нужно 10 тысяч, друзья, на него. 10 тысяч накопить на новый металлоискатель. Потому что, мне кажется, из-за этого я не выкапываю 4-звездочные призы. Я бы хотел посмотреть, сколько они... Вау! Во-во-во-во-во-во-во! Был 4-звездочный, друзья. Какой-то кусок деревянный. Смотрите, 820 он стоит. Обалдеть. Так, здесь круто копать. Здесь реально круче копать. Нам нужно, значит, еще металлоискатель по-любому покупать. Значит, мы с вами сейчас накопаем 10 тысяч. Я думаю, для этого мне сильно много копать не придется. Если мы еще парочку таких копнем 4-звездочных, будет прям очень вкусненько. Так, здесь у нас что-то есть. Давайте копнем. Так, золотая монета, 3 звезды. Хорошо. Это все хорошо. Где 4 звезды? Я хочу еще таких предметов. Одна звездная, она дешевая. Видите, они по 3, по 7 долларов. Самая дорогая, вот, 820, друзья. Боже, мы выкапываем просто миллион вещей. Ага, отличные наушники, хорошо. Так, Роблекс.
Кстати, у меня задание, друзья, задание. Вот, собрать 5 роблексов. Это задание в третьей зоне, в пустыне. Я думаю, что это одно из последних заданий. И, возможно, нам дадут еще одного бесплатного питомца. Напоминаю, что бесплатного крабика, вот такого ледяного, можно получить во второй зоне, снежной, за выполнение всей цепочки квестов. Там, в принципе, несложно. Вы просто берите квесты по, скажем так, постоянно. То есть, заказ взяли, сделали. Они у вас сами по себе будут делаться, так что можете сильно не стараться. И крабика вы все равно получите, вот такого снежного. Видите, у меня их два, я бы не покупал два одинаковых, но так вышло, что я купил, и буквально через 2 минуты я получил нового крабика. Вот такая вот история. А, кстати, отсюда можно легко добраться до... А, это последняя зона, где у нас летающая тарелка. Но нам туда рано. Нам туда рано, мы там не можем копать, во-первых. Потому что у нас ситечка всего лишь 4-звездная. Пока что, друзья. Мы с вами можем легко себе теперь накопать на 5-звездная последняя ситечка и на топовый металлоискатель. Так, что у нас здесь еще осталось? Мы с вами купили вот эту штуку. Это точно мы брать никогда не будем. Возможно, если эта игра пойдет дальше, когда-то в дальнейшем я куплю, возможно, вот эти еще штуки. Но пока посмотрю. Мне достаточно теперь бесконечного рюкзака. У нас уже 35 предметов забито. Так, пока это по одной, один роблекс. Ну, здесь у нас где-то на 1500 накопано. Нас пока это не устраивает. Боже, что с моей головой? Ребята, вы посмотрите, что с моей головой. Обалдеть! Вот это круто! Вот это круто, ребят! Я хочу новый металлоискатель за 10 тысяч. Это у нас предпоследнее сито мы взяли с вами. Есть еще одна, которая стоит там 150 тысяч, если я не ошибаюсь. И есть еще один металлоискатель. Вернее, их два. У меня сейчас третий, есть четвертый и пятый. Игра только вышла, и она уже очень сильно набирает популярность. Я думаю, что в дальнейшем разработчик сделает что-то еще. Потому что посмотрите, какая здесь карта огромная. То есть здесь мест для фантазий и для новых зон просто уйма. Кстати, вот здесь что-то может быть уже скоро и будет, друзья. Так, что с моей головой? Моя голова все время растет. А огненный краб простаивает. А ну-ка копать. Копать, друзья. Кстати, возможно, мы сегодня увидим, какая будет финальная версия нашего... Так, 17-й. Да, друзья, мы, наверное, посмотрим, какая будет финальная версия огненного краба. То есть у меня сейчас уже 3 финальные версии. Черепашка и 2 краба уже финальных. 20 уровень, 5-я звезда. Так, 42 предмета мы накопали. Дорогих предметов у нас только один. Но хотя бы мы посмотрели, что это такое. Так, здесь у нас какое-то сокровище. Давайте копнем. Ага, грязный носок. Отличное сокровище. Боже, куча всего выскакивает. Что у нас там с роликсами, кстати? Только одни, да, сегодня выкопали. Но ничего. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Из-за большой головы у меня просто ничего не видно. Приходится карту сильно отдалять, потому что голова моя уже на полкарты. Если так оставить на пару часов, мне кажется, голова вырастет просто с размером с поля. Хотя, может быть, какой-то есть лимит роста головы. Так, давайте возьмем металлоискатель и пройдемся немножко по полю. Посмотрим, что здесь у нас есть интересненького. Ну-ка, сокровище где? Ага. Вот здесь было, вот здесь. Так, копаем, значит, здесь. И что это у нас? Ага, солнечные очки. Очень круто. Конечно, в скобочках нет. Это не круто, друзья, потому что зачем они нам нужны? Так, капунькаем, давай, Робзи, друзья. Да, бесконечный рюкзак, это, конечно, круто. Давайте пойдем сдадим, хотя посмотрим, сколько мы накопали. Получается, 52 вещи. Так, ну-ка, давайте. Так, заканчивайте копать. Хватит. Крабики, я вас жду. Еще что-то выкопали. Ох, безобразники. Так, я хочу, чтобы моя голова уменьшилась просто. И 2500, друзья. 2500. Всего 2800. Давайте немножко я перемотаю. И мы с вами купим новый металлоискатель за 10 тысяч. Погнали, ребят. Итак, друзья, мы с вами накопали уже 80 предметов. Я думаю, нам это с головой хватит. Посмотрите, что случилось со мной. Это просто... Да просто капец, как мою голову раздуло. Куда я собрал весь песок? Мне кажется, он его не копал, а ел, друзья. Поэтому его бошку просто раздуло. Давайте посмотрим, что же мы накопали. Накопали кучу всяких штук. И смотрите, мы выкопали вот такие вот жемчужины, две штуки новые, 4-звездочные. Эмеральдовые сережки 4-звездочные. Потом картину из макарон. Зуб аллигатора. Потом сольницу, друзья, выкопали. И куча 3-звездочных всяких. И 2- и 1-звездочных предметов. Пойдемте, мы это все сдадим. Кстати, я доделал квест. Мы тоже квест дадим. Так, попасть бы на эту штуку. Отлично. Так, где продажа? Смотрите, какой я огромный просто. Сейчас мы, ребята, будут в шоке. Ребята будут просто в шоке. Смотрите, какой я огромный. Вернее, моя голова огромная.
Я думаю, боже, что это такое? Что это за мутант, друзья? Сейчас мы это все продадим. Итак, я думаю, 10,5 тысяч, друзья. Отличненько. Как раз то, что нам нужно. И да, посмотрите, мой краб эволюционировал. Мой краб Дональд огненный теперь стал 5-звездочным. Посмотрите, 20 уровень. Какой красавчик. Смотрите, он весь в огне. И мои, кстати, ледяные крабики тоже. Им осталось буквально немножко. Вот этот Жасмину осталось буквально чуть-чуть. И вот этому, ну этому еще больше уровня. Так, идемте покупать все-таки то, что я хотел. Это у нас в детектор. Вот такой за 10 тысяч, друзья. 4 звезды у него. Давайте. Все. Какой у нас? Вот такой синенький, красивый, отличный детектор. Пойдемте теперь сдадим квест. Возможно, что-то будет интересно. Возможно, будет и продолжение. Я же не знаю, конец квеста или нет. Ну-ка, дружище, что нам даст? 750 монет. И нужно собрать еще 125 разных предметов. Значит, это не последний квест. Ладно. Значит, нас все впереди. Возможно, там в конце будет какой-то новый питомец. Ого, у меня денег. 4,5 тысячи, друзья. Так, давайте отправляемся. Посмотрим, что он, как он будет искать. Вот. Смотрите, как он хорошо ищет. Так, а ну-ка, что мы сейчас выкопаем здесь? Да, 4-звездочные предметы, они редко попадаются, но попадаются. И стоят они реально уже круто. Считайте по 1000. Так, наушники. Что-то еще достали. Так, давайте еще копнем. Крабики работают просто на ура. 125 предметов, я думаю, за минут 40 я бы смог собрать. Теперь мне можно не переживать за размер рюкзака, благодаря нашему бесконечному. Так, еще давайте копнем парочку предметов. Ну уже давай. Мы выкопали все-таки здесь что-то или что-то еще есть? Нет, уже пусто, друзья. Здесь что-то есть. Так, крабики просто, надо вот так делать вид сверху, потому что их столько много. Так, кофейную кружечку, проверяем, что-то осталось здесь. Да, еще осталось, друзья, проверяем. Так. Нет. Что это такое? Что это вылезло у меня, друзья, на весь экран? Ага, какая-то заставка, друзья. Окей. Нет, это мне ничего не нужно. Так, о боже мой, что-то вылезло непонятное. Так, еле это убрали. Так, выкопали беллпоинт. Что здесь есть? Все равно что-то еще есть. Металлоискатель покажет, что там мы здесь с вами... Так, серебряная монетка. А что-то еще осталось? Все, пусто. Значит, мы все здесь штуки выкопали. Отлично. И да, кстати, чем лучше металлоискатель, тем он чаще проверяет на сокровище. Ну, если носок можно назвать сокровищем, то пускай. Так, здесь у нас что-то осталось? Да, что-то есть еще. Кроме ручки здесь что-то было. Ну-ка, давайте. Да, крабики наши копают. Мне нравится, очень нравится вот эта вот черепашка. Я хочу собрать всех друзей питомцев хотя бы по одному виду. Так, золотая монетка. Проверяем, осталось что здесь? Нет, видите, пустая клеточка. Здесь. Ага, здесь что-то есть, друзья. Здесь что-то есть. Давайте копнем. Есть что-то? Да. Значит, я ошибся. Здесь должен быть какой-то предмет. Ага, акулий зуб. Ну, пускай. Все, видите, пусто. Акулий зуб мы выкопали. Здесь что-то есть теперь. Грязный носок. Отлично находка. Мы-то его, наверное, искали. Так. Доска. Как его, севбордиста, или как это называется? Как они называются, которые по волнам, ребята, гасают на этом? Виндсерфинг? О! 4-звездочная штука какая-то. Ага, зуб аллигатора. Ну, думаю, в принципе, можно будет заканчивать. Пойдемте все сейчас это продадим. Так, а здесь у нас квест. Ага, здесь мы квест брали. Так, где наш магазин? У девочки голову тоже раздуло. Ладненько. 2000. Боже мой, как быстро мы набрали денег. У нас уже 6600. Так, посмотрим, что я хочу в следующей серии покупать. Я хочу купить вот этих 3 чубзиков. Я хочу купить еще 3 вида черепашки. И потом я хочу еще все-таки купить всех слоников, друзья. Поэтому мне еще денег нужно будет собирать много и много. А на этом я серию заканчиваю нашего металлоискателя. Кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Спасибо за просмотр, хорошее настроение и всем покедова!